что раньше, наверное, я их и не видел, инвалидов по городу. Никак не помогал, ну и не обращал внимания. Может быть, как-то так вот, потому что у нас общество не развито в этом плане. Ну вот идет, ну едет на коляске, ну и... Знаете, что-то случилось, ну как-то в голове это продумал, а остался в своих мыслях. Прошел и... Забыл. Да. Извини, не поможешь? Выкинь коляску, пожалуйста, в багажник. Да. А все, ты поставь ее, а я здесь разберу ее. Ага, все, багажник прикроешь. Все, спасибо. У некоторых есть сочувствие в глазах, ну, которым сразу пресекаешь, что как бы ну, не стоит. Периодически приходится людям объяснять, то есть, когда просишь человека, помогите вытащить коляску, да, и они ждут тебя, что как бы я должен выйти, то есть я просто один не могу коляску вытащить. И вот в этот момент приходится говорить, что коляска для меня нужна, а тогда все понятно, и как бы вытаскивают, и все там уже, ну, а там уже в дальнейшем более лояльно ко мне подходит, давайте там разберем ее, говорю, не надо, мне вы мне ее вытащить, все остальное сделаю я сам. Вот как всегда, как только начинают снимать, у меня коляска перестает работать. Общаться с такими людьми, которыми как я. Не с теми, с которыми я сейчас хорошо общаюсь. Мне с ними легко общаться. Но есть люди из моего же, как сказать, класса такого же колясочника, которые вот тяжелые вот в этом во всем плане. Вот они постоянно говорят о болезнях, о своих каких-то болячках, каких-то там препаратах. То есть я говорю, фармацевт на колесах. То есть как бы вот с ними тяжело, то есть с ними вообще невозможно о чем-то разговаривать. Если что-то ты говоришь, ты вот хочешь что-то сделать, он сразу там тебя на корню, а вот у тебя то не получится. Такие не оптимисты, а пессимисты. И они тебя вот в этой пессимистической ноте, они тебя гнобят. То есть ты уже сам уже ничего не хочешь делать. Было много слез всего пролито. Ну и вот, наверное, вот это просто началось над собой. Работа. Отец, мать. Мне в плане духовном подсказали, что не надо как бы смотреть на прошлое, надо жить будущим и показать людям, обычным людям, здоровым, что люди в колясках, они также передвигаются, также есть какие-то потребности и в физическом, и в моральном плане. И вот от этого как бы не знаю, как-то это может. Родители все-таки это помогли. Родители, брат очень большой, брат и жена, племянники. То есть это вот ближайшее мое окружение, которое меня вытащило
из всего этого. Он уже поддержал меня на тот момент больше всех. Те же самые реабилитационные центры, куда надо было мне ездить не одному, где надо было какая-то на данный момент была нужна была помощь, он был рядом и давал свое плечо и не отказывался от этого. Были какие-то разногласия, ссоры, драки, плевки друг к другу, можно сказать так. Да, Варе мы с ним как бы общались так. Привет, привет, там, до свидания. Ну, как бы после аварии уже близко стали как бы общаться. Уже не то, что как бы сказать друг, уже как брат. Не знаю, во сколько хочешь ехать. Ну, как Андрей сказал, у него утро это 5 часов. Ну, как встану? Помоюсь, поеду. В деревню съездим до назад. Все друзья, знакомые перестали общаться. Ну, практически моментально. Либо я с кем-то стал, то, что я в травме, либо люди сами просто перестали общаться со мной. И все, и как-то ушло. У кого-то семьи в моем возрасте, дети, другие интересы, работа, и все, все разошлись. Никто из тех людей сейчас даже не интересуется твоей жизнью? Нет. Закончил в 2008 институт. Как раз произошел такой как бы небольшой, можно сказать, кризис в России. Увольнение. Ну и не было молодым специалистом какой-то должной работы, что на которую можно было бы претендовать и ехать устраиваться. Так как у меня братья работали вахтовым методом, предложили съездить на вахту. Предложили, я согласился. Как раз это был 2009 год. И поехали мы в Парабель. Поработал я там 14 дней. Там пошли ливневые дожди. Нам сказали, нельзя, то есть будет эти 4 дня проливных дождей. Ну и как бы езжайте, отдохните домой там. И потом приедете, как раз после этих. Ну и все, и мы садимся четвером, то есть с кем я работал. И мы едем уже сюда. И на Шигарском, не доезжая Шигарки 14 километров, водитель на Honda Fit не справляется с управлением и сходит с трассы. В последний момент я, то есть, помню, когда дверь открывается и вижу напротив маму, которая как бы плачет. И как бы, наверное, в этот момент я ей говорю, что, мам, типа, все нормально, успокойся, все будет хорошо. Ну, вон синий забор, это наша. И родители у меня клевые. Это прям, это... Родители изменились.
может, я пока был молодой, потому что сломался в таком более юном возрасте. Мать, отец очень сильно изменились в плане характера, в плане моего отношения ко мне. Как-то стали больше меня понимать. От 14 до 27 лет это вот было. Я помню, я понимал. Привет. Ты что, вся в каплях? Каких каплях? Ну вон. Ну как всей каждой матери, всей семье в своей, он самый лучший. Ну как лучше? У нас два сына. Оба очень хороши. Мягкий очень. Да, он получился в меня. И я вот такой, все пропускаем через себя. Не может все, каждый, если что-то его кто-то, или он как бы такой. И ближе к матери был, подружки у него были в основном девчонки, все за ним. Среди девчонок он больше. Ну и парней, понятно, был. Он еще послушный был. Учился дома, хозяйство помогал, все. Как мальчик, девочке не хватало, полы мыл. Также заболела они с старшим братом, и стирались, и убирали все дома. Ну, как обыкновенно, никаких у него плохих привычек, как да. Родители. Я не, ну, нет, нету примеров для плохих привычек. Я не сказала, чтобы он сильно изменился. Нет, нельзя так сказать, что он еще такой, может быть, что не только о себе думает, а думает еще, и что у него родители есть, и брат. Вот это его спасает, что он не думает, что только вот я уйду с этого, с мира, и все. Нет, это мое такое мнение, что он думает еще, что если он что-то с ним случится, или он не будет, что он больно сделает родителям своим. Я снимаю на видео туда. Смотрите, как я падаю. Ну, присаживайся, как пошел. Да, я пойду тоже помою, я тоже буду. Ты тоже есть будет? В трапезе участвовать. Да? Ну, ладно. Мы поехали его встречать. Поехали мы встречать его в Мельниково. Ну, вот, а случилось это по в сторону Колпашева, по бетонке, на бетонке, там, ну, по порядку, там, 15 километров от Мельниково. На повороте. Перевернулись. Все остались в салоне, а он через окно вылетел и переломился. Даже сейчас на глазах стоит машина перевернутая, там парни, а он далеко в стороне, спиной, черная куртка так задрата. Но он разговаривал как бы, только успокаивал: мама, ты не переживай, мама, ты не переживай. Как бы, это, со мной все нормально, ты не переживай, ты только не плачь, не переживай. Страшно вспоминать. Они поехали, вот он, муж повез, и старший брат его. В ОКБ? В ОКБ, я тут на лагерном саду у сестры была. Толя приехал, помню, только первый мне что обнял и говорит, что Тоня, он нас ходить не будет. Это не то высказать, это сейчас и то начинаешь все, я часто так вспоминаю, очень тяжело было. Во-первых, тяжело еще было, что у нас такое горе, и в общем, и от, как бы от нас не то что отказались, а все нас покинули.
никто не стал общаться, как бы, или что мы в горе, боялись люди зайти, что у нас такое горе, или горе пришло, люди сразу все отошли. Даже вот мои родственники, как бы, вот только сейчас начинаем контакт восстанавливать, и мы не ругались, ничего, а сразу в этом горе ни близких, ни друзей, никого не стало. Ты будешь этот? Да, но я сейчас. Ну, я сейчас сам, сам или помочь? Нет, сам. Я, скорее всего, просто с первого раза в него не встану, потому что сейчас будут ноги затекшие. Нет, получается, 7 лет травмы. Сколько этого всего, сколько вот этих депрессий, вот этих всех заморочек, злости непонятно ниоткуда, за чего говорят колясочники злые, потому что находятся в четырех стенах, общаются только вот, ну, я как я общался, то есть отец, мать, все. То есть зима – это вот в четырех стенах, но это тьфу-тьфу, хорошо, у меня машина, то есть я постоянно выезжал. Но все равно это постоянно одни и те же люди, нету никакого развития ни в каком плане. Это тяжело становится. Себя начинаешь много думать. Амбиции возрастают, а сделать с ними ничего не можешь. Когда нету мысли, что вот он получился у него такой, он какой-то не такой особенный. Он такой, как все, такой же человек. Для него надо жить хотя бы, чтобы по максимуму помочь ему в этой жизни как-то адаптироваться. Как это называется, я не знаю, но тем не менее. Так, вот, это прибанник. Он тоже еще в стадии завершения. Вот, оббили. Он теплый у нас. Пластиковые окна, свет. Ну, а здесь баня, конечно, маленько недочет, что Сереге проблемно. Но это придется сделать пандус, чтобы спускаться можно. Но это баня. Баня, да, уже пользуемся, нормально. Ему удобно, главное, что он может запросто пересесть на скамейку, может на ту, может на эту. Ну, стараемся что-то, стараемся, конечно, облегчить его, чтобы ему попроще было, полегче. Там уж как у нас получается, это конечно, мы же не вездесущие, чтобы все, ну что-то. Жизнь продолжается, жить надо. Никуда от этого не опускать руки же. Заливать, да? Да. Сколько вылить? Ну, половину выливай, даже больше половины. А здесь больше. Стекла. Угу. Протрем. Все, что у меня есть на данный момент, и все для них, только все, что могу сделать в моем кстати, состоянии, что-то только хорошее, чтобы их больше не расстраивать, так как произошло со мной, сколько родители перетерпели боли, слез, всего остального.
брат отличный, семья хорошая. Во время травмы поддержали меня. А как он именно тебя поддерживал? Да так же, наверное, как и все, не давал спуска. Постоянно. Что можешь. Не сдавайся, пробуй это, пробуй то. Не было какого-то сочувствия с его стороны, со стороны его семьи, Оксаны, супруги его, которая также меня поддерживала. Племянник, потому что племянницы еще на тот момент не было. А племянница сейчас поддерживает. Она там: «Серега, ты когда ходить начнешь?» Первое, то, что она говорила, не выговаривала Серега, а говорила Сеуда. И мне так понравилось, что она сейчас говорит уже Сережа, а охота, чтобы она говорила Сеуда. Все, я открыл. Доставай. Проеду. Дай поцелуй. Ну, хватит прыгать, иди сюда. Нарядная какая. Привет, Оксан. Родители Сергея очень жалели, как бы, да. Мы старались исходить из другого, по-другому себя вели, да. Мы себя вели по-другому. Жалости не было на первом месте. У тебя как дела? Нормально. Чё, как в садике? Я сегодня не ходила. Не ходила? Нет, я не болею. Ты болеешь? Поначалу было, конечно, как любого человека. Представь, там мне было 22 года, у меня брат становится инвалидом. Как, конечно, для меня это настолько был шок. И мы полгода как бы, то есть, пытались где-то это. Потом прошел год, два, три, как бы, то есть, и мы понимали, что, то есть, ну, жалеть это... Это жалеть ребенка, как бы, который беспомощный, а тут-то вроде бы. И начиная с того, что ему было тяжело сидеть, ходить, передвигаться, то есть, в принципе, он сейчас полноценно везде сам все может делать. Илюша, иди чай пить. А Сереги? Серега? А Илюша? А Илюша? А Илюша спасибо. Большое спасибо им в том плане, что они меня доставляли на путь, правильно говорили, что, ну, ты как бы дальше-то понимаешь, что у нас семья, а у тебя надо свою семью составить. Я этому противился много времени, говорил: не мне у вас хорошо, я приехал, мне готовить ничего не надо, я лег и лежу и отдыхаю. То есть, а сейчас, то есть, меня вытащили коляску, не надо никого было просить, ни машину обметать, ни колеса там подкачивать, что-то такое делать. И все, в определенный момент они сказали: давай, дружок, вот тебе число. Либо остаешься в городе и развиваешься как человек, не как амеба, как ты говоришь всех. Либо едешь в деревню и живешь в деревне, и там тухнешь, и тебе 40, 50, и из тебя толку никакого нет. Ну и все-таки я решил, что в деревню я только буду приезжать к родителям в гости. А здесь уже буду все стараться по максимуму сделать. Я до сих пор помню, когда мы первый раз поехали в магазин. Это было страшно. Какой? Не только запчасти, магазин запчастей. А, мы, да, там, ну, точно, да. Это был первый выход, это было страшно не только ему, но и нам, потому что мы с ним никогда не ездили никуда, и он никуда не хотел ездить, и он категорически отказывался. Ну, мы настояли, мы сказали: давай, вот будем пробовать. И вот это был наш первый пробный такой раз, потом, в общем-то, и пошло.
Чё там? Став. Ты меня катишь. Тихо. Посидишь. Давай. Нет, ты считай. С Ильей у него более такие отношения, когда он на равных с Ильей. А София для него уже как-то совершенно другая. Как-то он, ну, к тому же девочка, он как-то к ней по-другому относится совершенно. У него отношения. Поэтому все время говорит, что я тоже хочу дочку. Если кто не спрятался, я не виноват, я иду искать. Никто не видел Софу. Найду Софу, найду. Я Софа, я знаю, где ты. Откройте. Хотелось бы, конечно, чтобы у него была семья, любимый человек, ребенок, например, потому что он очень любит детей, он крестный отец нашим двум детям, он их очень любит, и он очень хочет иметь своего ребенка. Ну покажи, как ты танцуешь красиво. А с тобой можно танцевать? Нет, ты не умеешь ходить. Плачет, и значит, обо мне плачет мой ангел. Темнота, и я сгораю в темноте, словно факел. Да, цена высока, и мы сами за все платим. Но верю, моя вера ждет меня в белом свадебном платье. Каждый по-своему период это проживает. Кому-то полгода, кому-то 5 лет, да. Кто-то никогда из этого не выйдет, как бы, и... Ну, надо пробовать, кто длинный, кто-то короткий, у всех свои какие-то есть недостатки. Поэтому перевести с того, что вроде бы, ну, не хожу, но у меня же есть на чем ездить, поэтому все нормально, передвигаться я могу. Своим примером хочу показать, что надо людям, которые находятся в колясках, надо как-то двигаться, показывать, что они есть. Не сидеть дома, не чем-то там не употреблять какие-то алкогольные, наркотические вещества, там просто выходить, когда друзья позовут. Понятно, не каждому выбраться можно из дома, не каждый может выбраться. Первым делом, наверное, я не знаю, для себя это дать понять, что надо жить так, как здоровый человек. Видишь? Верю, моя вера ждет меня в белом свадебном платье.